Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Шепелев шокирован увольнением с Первого канала. Ведущий прокомментировал свой уход. Дмитрий Шепелев был поражен, когда ему позвонили журналисты и сообщили новость о его увольнении. Как оказалось, шоумен о подобном решении даже и не знал. Ситуацию прояснили представители Первого канала. Информация об увольнении Шепелева – просто сплетни. «Я первый раз об этом слышу», – ответил Шепелев журналистам. Так что зрителям беспокоиться не о чем. Телеведущий продолжит вести программу на самом деле. Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Шепелев был уволен с Первого канала якобы за то, что заявил в Инстаграм о постановочных съемках. Журналисты написали, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев. Но похожая информация оказалась недостоверной. А вы смотрите программу на самом деле? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!